попал в желтые коридоры. Это что означает? Что тут делать? Я за лифте поехал на первый этаж, точнее, на третий этаж я поехал. Так, я пока что подожду лифта. Я вижу эти желтые коридоры. Подожди. Лифт пропал. Нет, я... Ой, нет, я, да, в каком-то закулисье, как ты говоришь. Элло! Тут кто-то есть в этом тут? Что за звук? А, хорошо. Тут. Help me, кто может, помоги. Я тут слышу какой-то стук. Что это означает? Я вижу какую-то черную руку. Дружище. Так, я в каком-то... Дружище, я в каком-то желтом коридоре, я тебя отправил. Что мне делать? Максим, ой, Максим, да. Чё ты смеешься? Дружище, держёшь, это реально. Вот, сейчас могу видео отправить. Вот, смотри. А!